Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале Носова. И сегодня у нас с вами не будет мастер-класс. Я думаю, что по названию видео вы уже поняли. У нас будет распаковочка посылочки. Посылочка находится в пакетике. Напомню, и вообще у меня каждый день появляются новые зрители. Для тех, кто не знает, я нахожусь в Луганской области, на оккупированной стороне, поэтому посылочки мне присылают на адрес моих родственников. Мои родственники также живут в Луганской области, только на территории Украины. Каждые 1.5-2 месяца моя бабушка ездит к моим родственникам и забирает посылочки. Их просят, чтобы их открывали на блокпостах, поэтому все посылки, которые мне приходят, находятся в пакетах. Сегодня с вами будем открывать замечательную посылочку от очень хорошей девушки, моей тёзки. Её зовут Дарья Соловьёва. У неё на ютубе есть свой канал, так что я обязательно оставлю ссылочку в описании. Обязательно переходите на её канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте поддержим такого хорошего человека, который решил мне помочь. Сейчас мы приступим к распаковке посылки. Я здесь вижу вот такой вот пакетик со всяким-всяким и вижу, что там еще что-то есть в этом пакете. Давайте, наверное, начнем с того, что есть в пакете. Значит, тут есть чай. Ой, как я люблю этот чай с бананом, а этот чай с манго. Вот, я, если честно, просто обожаю... Просто обожаю такие вот фруктовые чаи. Обязательно сегодня с сестёнкой мы попробуем вместе. Вау, 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 ух ты! Смотрите, вот это вообще, за вот это вот просто огромное спасибо, потому что здесь шоколадки, насколько я вижу, здесь 2 чёрных или 2 молочных, по-моему, это 2 чёрных шоколада. Я просто обожаю, в последнее время я просто влюбилась в черный шоколад. Также здесь есть вот такой вот bubble chocolate, то есть такой вот, забыл, как его называют. Это тоже мой самый любимый шоколад, его просто обожаю. И Рошен с milk chocolate, значит, молочный шоколад с орехом. Спасибо большое, просто обожаю молочный шоколад. Кстати, такой я еще не пробовала. Спасибо большое, мы с сестенкой обязательно попробуем шоколадки вместе с чаем. Здесь карандаши, вау! Это, наверное, специальный карандаш для рисования. Дашенька. Как раз Даша меня спрашивала о моем хобби. Я сказала, что я люблю рисовать. И Дашенька мне прислала. Давайте я хочу посмотреть на эти карандаши. Они все, я так поняла, по-разному рисуют. Ух ты. Спасибо, я просто очень люблю рисовать простым карандашом. Я не люблю цветные рисунки, не знаю почему, люблю простым карандашом рисовать. Носочки, ух тышка, классные, мне такие очень нравятся, я такие носочки просто обожаю. Спасибо большое, все такие розовенькие, все такие миленькие. Вау, скетчбук! Для моих, видимо, рисунков. Вау! Вот это я обязательно буду тут рисовать. Дашенька, спасибо огромное. Какой он красивый. Вау! Я просто в шоке. Так, тут еще есть вот от кого это пришло. Адрес. Вот так. Ну, все. Давайте теперь приступим к вот этому вот пакетику. Здесь, я понимаю, все такое для Канзаши. Сейчас я буду все доставать. Вот. И тут вот такие вот повязочки. Какие, такие цвета яркие, насыщенные. Как раз вот весна близко. Будем делать с вами очень-очень много разных повязочек. Вот этот просто потрясающий цвет. Спасибо. Дальше. Вау! Это вот такие вот на Эльзе кабешончики уже. Дашуля, спасибо. Так, дальше. Это что это такое? Это декоративный скотч? Сейчас посмотрим. Да! Вау, Даша, я просто обожаю декоративный скотч. Я его собираю
Вот, ну, правда, у нас в городе его почти не продают, а если продают, то он однотонный. Но все-таки как бы, кое-какой есть. Дашенька, спасибо! И здесь еще вот... Вау, еще вот такой есть. Сейчас я его открою. Ух ты! Вау, какой он красивый, такой блестящий. Дашуля, спасибо. Вот прям все, что я люблю, честно. Класс, класс, класс. Так, дальше. Как раз у меня заказали ободок, а у меня закончились железные ободки, потому что я практически все делаю на железных ободках. Потому что у меня часто заказывают ободки для маленьких деток, у которым там примерно 5, там 4-3 годика. Я понимаю, что если сделать пластмассовый ободок, то он просто-навсего сломается. А вот этот железный просто класс. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дашенька, спасибо огромное. Дальше. О, вот это моя любимая, да. Обожаю стразовую шину. Это просто вау. Сейчас посмотрим. Класс. Очень красиво. Я ее просто очень люблю. Стразовая шина, как я думаю, вы заметили по всем моим мастер-классам, я постоянно ее везде добавляю. Посмотрите, какие прекрасные тычинки. Смотрите, какие некрасивые. Я уже представила, что можно сделать тюльпаны. Почему-то я, когда увидела эти тычинки, мне сразу в голову пошли тюльпаны. Я думаю, вы видели мой последний мастер-класс с такими пышными цветами. Я думаю, для них эти тычинки просто будут зашибезны. Дальше. Ой, я не знаю, что это такое. Я думаю, что Дашенька будет смотреть мой мастер-класс и мне напишет, потому что я не знаю, что это такое. Или кто-то из моих подписчиков. Напишите, пожалуйста, для чего вот это нужно и что это такое. Потому что я, если честно, не знаю, что это. Я такое не встречала, мне такое не присылали. Вот, так что напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, дальше. Пошло мое самое любимое. Здесь просто много-много всяких серединок. Смотрите, сейчас я буду все показывать. Вот такие вот всякие... Для детских бантиков леденцы. Вау, 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 Дашенька. Какие они красивые. Посмотрите, разных цветов леденцы. Так, все, будем с вами обязательно из этого всего творить. У меня сейчас столько вдохновения. Потом шляпки. Я просто обожаю вот такие вот всякие серединочки детские. Смотрите. Шляпки. Я не знаю, сколько тут штучек, наверное, 10. Вот. Точно не буду говорить. Дальше, клубнички. Ух ты, Мишка. Дашуля, вау, сколько кабошончиков. Смотрите, какие кисы милые, вау. Потом здесь есть еще так, вот это да, и вот такие вот. Вот, а вот тут еще беленькая. Дашуля, ну просто огромное спасибо, дальше. Вау, вот это да, какие бабочки. Сейчас я их попробую распаковать. Вот, все, нашла. Дашуленька, какая красивая бабочка. Я думаю, их можно на такие школьные бантики? Или на эти брошки? Вау, Дашенька, посмотрите, какие очень... К сожалению, моя камера не передает, но они просто вау, как блестят. Потом, ух ты! Вау, 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 вау. Дашенька, спасибо. Смотрите, какие потрясающие серединки. Вот я уже хочу галстучек сделать какой-нибудь для девочки. Так, дальше. Ух ты, вот такие вот листочки. Это пайетки. Смотрите, какие красивые. Класс. Так, вау, это розы. С
кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, куда можно применять такие цветы. У меня их довольно-таки много, всяких розочек, цветочков. Мне вот просто интересно, куда их можно поменять. Я понимаю, что там на серединке можно бантик как-то украсить, но они не к каждому бантику подойдут. Куда еще можно? Посмотрите, какие они красивые. Я такие нигде не видела. Вау. Потом, божьи коровки разных-разных размеров. Вау! Вау-вау-вау! Вот это да! Посмотрите! Какие красивые смайлики! Как их здесь много! Вау! И все по парам. Вот. Сейчас здесь 10 смайликов. Так, дальше. Вау, это мои любимые вот эти вот пояшки для бантиков. Я их просто обожаю. С таким красивым камушком, да, шуленька. Спасибо. Вот это да, я в восторге. Я просто в восторге. Дальше. Вау, какие миленькие, какие маленькие. Смотрите, какие няшные. Вау. Так, давайте дальше. Вау. Вау. Вот это да, посмотрите. Это получается вот так вот, да, будет смайлик? Или... Мне интересно, а как эту пряжку применять можно, чтобы она, не вот так была, как бы перевернутая, а вот так как-то. Как так можно сделать? Напишите, пожалуйста, в комментарии, сколько смайликов. Можно такие веселые-веселые бантики сделать для маленьких. Так, дальше. О, это мои любимые кружочки фетровые. Спасибо. Мне как раз беленькие мне только присылали, а теперь у меня есть и разноцветные. Спасибо. Так, дальше. Это еще одни шляпки. Панамки вроде как, да? Да. Дашенька, вот вы меня прям серединками завалили. Вот прям знаете, что я просто обожаю серединки. И мне вот так много детских серединочек, такие шляпки. Я просто в восторге. Так, дальше. Фиолетовые девочки. Класс. Класс, 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 класс. Смотрите, это русалочки маленькие. Какую прелесть. Я просто в восторге. Так, дальше. Зайчики. Так. О, вот эти замечательные серединки. У меня были такие две штучки. Я их применяла моей сестре на 1 сентября. Применяла, делала ей бантик. Вот такие вот бантики я делала моей сестре в школу. Это было давно, еще 1 сентября. Моя сестра постоянно их носит, поэтому они уже немного такие подряпанные. Как-никак, знаете, первоклассница. Постоянно бегает, постоянно их снимает. В общем, такие бантики я и делала в первый класс. И с вот такими вот серединками. Спасибо большое за них. Так, дальше. Ух ты, это такие заколки. Ух ты, белый, класс. У меня золотые, все такие железные, а тут прям белые. Я такие не видела еще. У меня таких не было, а теперь будет. Откроем. Вау, какие они мягенькие. Класс. Мне очень нравится. Так, дальше. Ой, тетя, посмотрите, плюшевые мишки, я их просто обожаю. Я с самого детства, вот, самых своих лет, сколько я себя помню, вот мне уже 15, самого-самого детства я постоянно коллекционировала плюшевых мишек. У меня их дома просто мягких мишек, просто целая-целая куча. Вот я просто обожаю все, что связано с мишками. Посмотри, они тут в кофточках. Так мило, они насыщенно-насыщенно фиолетовые, сиреневые, я бы даже сказала. Ух ты, вот такие всякие-всякие заколочки.
маленькие, большие тут есть, разных размеров. А, нет, они одинаковые, мне просто показалось. Вот, посмотрите, розовенькие, беленькие. Можно делать маленькие такие заколочки девочкам в садик маленьким. Такие маленькие, миленькие бантики можно делать их из разных там красивых мультяшных лент. Обычно даже самый простой бантик. И с красивой атласной лентой, красивую серединку, бац, и они просто расходятся. Вот такие вот еще клубнички. И... вау, посмотрите, какая прелесть. Это магнит. Когда мне Дашенька писала, вот, спросила, что можно, я говорю, вот, я решила, что каждый, кто будет мне отправлять посылочку, присылайте мне, пожалуйста, по магнитику. Так как у меня у самой нет возможности путешествовать, хотя я очень бы хотела, я решила собирать магнитики из разных мест. Вот, у меня есть теперь магнитик из Крыма, у меня есть сувенирчик, автобусик, если вы помните, из Англии. Вот, когда мне присылала Маичка, из Лондона, вернее, вот. А теперь есть вот такая вот из Крыма, Дашенька. Большое спасибо, посылочка была очень такая, очень нужная. Положила мне сюда Дашуля все, что я хотела, очень много всего. Очень много того, что я люблю, и очень много того, что мне нужно, и всякие серединки, которых у меня вообще не было. Естественно, очень благодарна я за ободки, и вообще за многое я благодарна. Моя сестренка уже кушает шоколадку, поэтому ей она просто очень-очень нравится. Спасибо, Дашенька! Да, вот, спасибо большое тебе. Вот, а я обязательно ставлю ссылку на YouTube-канал Даши. Так что не забывайте, обязательно, пожалуйста. Это будет такая моя небольшая просьбочка к вам. Давайте отблагодарим этого очень доброго человечка, который мне присылал очень-очень-очень много всего. Спасибо, бочки, большое. И я очень благодарна таким людям, которые присылают мне посылочки. В общем, огромное спасибо. Ну, а с вами была я, Носова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю вам хорошего настроения, творческих успехов, вдохновения, ведь оно так нужно нам, мастерицам. Дашуль, еще раз большое спасибо. Я безумно как тебе благодарна за все это, что ты мне сделала, что ты мне отправила. И да, хоть посылку не получилось отправить с первого раза, но ты не остановилась. И все-таки я ее получила. Большое тебе спасибо. Вот такое тебе сердечко.